Вся жизнь этого человека связана только с сыром. Последние события на валютном рынке, однако, заставили его серьезно задуматься. Вернер Рот владеет сыроварней в городе Нойдорф, кантон Люцерн. На экспорт у него уходит добрая половина продукции. Этот сыр был произведен несколько месяцев назад, но пока он тут лежал и зрел, стоимость его подскочила весьма заметно. Нам придется повысить отпускную цену на 10% и одновременно сократить объем экспорта. Кроме того, мы намерены создать специальный финансовый фонд с тем, чтобы хоть как-то подстраховаться на будущее. В Берне эмментальские сыроделы проводят кризисное совещание. На повестке дня вопрос создания упомянутого фонда. Присутствующий на совещании Вернер Рот требует решительных шагов. Я думаю, мы должны обратиться за помощью к государству, потому что оно частично повинно в создавшемся положении. С одной стороны, сыр из конфедерации пользуется в Европе заслуженно высокой репутацией и стабильным спросом. С другой стороны, его непомерная стоимость может стать причиной спада объемов экспорта. Хайнц Вельти, председатель отраслевого объединения Эмменталер Свитцерленд, уверен, что давление на швейцарских сыроделов будет увеличиваться. Он говорит, что оптовые импортеры сыра в Европе могут потребовать для себя заметных скидок. Без поддержки государства под угрозой могут оказаться тысячи рабочих мест в Швейцарии. Государство обязано поддержать экспортеров. Норма прибыли снизилась сейчас настолько, что работать так, как раньше, уже никто не может. Но, как видно, у государства есть заботы поважнее. Сейчас не время обсуждать финансовые проблемы. У нас есть госбюджет, и он должен быть сбалансированным. Слишком уж много есть сейчас желающих получить денежную поддержку, но наши-то возможности не безграничны. Вернер Рот говорит, что если ситуация не улучшится, он будет вынужден перейти на сокращенную рабочую неделю. И вся надежда у него только на качественный сыр.